Привет. Ты очень красивая, спасибо.언니가 빨리 들어와야 되는데. 안녕하세요. 됐다. 잘 들려? 어. 이거 빌드 고르는 거 재밌어. 와, 아, 내 빌드는 어디 있지? 언니 이런. 아, 뭐지? 그래. 시안, 프리비엣. 다시 one more time 시작. 프리비엣. Yeah, one more time. Yeah, one more time. ребята, пожалуйста, сейчас, 일단, 그, 목요일에 그걸 이미 수업한다고 얘기를 해야 돼, 지금. 응. Окей. Мы хотели сообщить вам новость, что мы уже послезавтра, они в четверг, мы в четверг будем откроем официальный набор на наш курс. Студио. Так рано. О, мада, омчон. Вот, и уже лучше английскому научи, нафиг мне корейский, я только ради кей-попа его учить буду. Ну, английский вы можете учить в другом месте, а у нас обязательно найдутся люди, которые хотят учиться вместе с нами корейскому языку. Так вот, 24-го мы открываем официальный набор на наш курс, то есть вы уже сможете записаться, точно записаться на наш курс и уже сдать начало. А начало курса уже будет совсем скоро, то есть на следующей неделе. Там тоже суп шичаканнагу. Игрессо. Ва, толлё. Ну, толлё. Стоимость курса за месяц будет стоить в 3 раза дешевле, чем 40 тысяч тенге. Это был такой спойлер. А вот точную цену, это был сильный спойлер, а вот точную цену вы можете уже увидеть в четверг. В четверг мы выложим уже наш сайт, где вы сможете посмотреть точную цену, то есть точную стоимость курса. А спойлер, это будет, оно будет стоить очень дешево, почти в 3 раза дешевле, чем в 3-4 раза дешевле, чем другие курсы. Я вас уверяю, это будет просто для вас крутым шансом. Теперь вы можете задать вопросы, и мы ответим для вас.
어 질문 대답한다고. Да, это прям уже так скоро. Корейский вообще не сложный по изучению, он, я считаю, один из самых легких языков. Просто главное, у вас должна быть мотивация и желание учить. Вы будете проверять все задания. У вас будут кураторы, то есть наставники, которые будут проверять ваши задания и давать вам очень частую обратную связь. 13500 тенге, это сколько примерно в рублях? Это примерно в рублях будет 1700 рублей. Сколько будет длиться? Курс будет длиться 2 месяца. И вас буду учить я, а также носители языка. Это ведь не последний ваш совместный курс. 이거 우리 같이 하는 마지막 수업이냐고 물어봤어. 그건 아닐 거. 그러니까 우리 생각에는 이거 처음은 맞는데 마지막은 아닐 것 같아. 맞아. Это наш первый раз, но не точно последний. За 2 месяца можно быстро выучить корейский? Нет, за 2 месяца наш курс предназначен только для первого уровня. 이거 1급만 이번에는 한다고. То есть будет только для первого уровня. Только для первого уровня, то есть если вы знаете корейский, то есть если вы знаете алфавит и можете немного читать, знать немного фраз, несколько слов, то этот курс для вас. Или если же вы вообще не знаете алфавит, вообще ничего в корейском языке, то это тоже для вас. Первый уровень — это достаточно большой, но за 2 месяца вы просто идеально его изучите. 2 месяца... корейского курса, это точно так же, как в самих языковых курсах в университете. С первым уровнем можно ли разговаривать? Конечно, у нас в университете у нас в университете преподают только носители языка, сами корейцы, и никто, просто там нету никого, кто будет разговаривать на вашем языке. И вообще, я думаю, что это вообще очень круто. А у вас будет возможность учить и с нами, а также и практиковать с носителями языка. Софья, россияору 무슨 얘기라도 해주라고 하는 거야. 싫은데. 싫어? 아, у вас будет курс второго уровня, если этот поток пройдет очень даже хорошо. То уже в следующий раз мы, возможно, сделаем другие уровни. София, Сауля, ты же можешь преподавать. Зачем тогда, София? Как я и говорю, в наших курсах у вас будет возможность учить и с нами, и практиковать с носителями языка. Практика, она очень нужна, она самая главная вещь в любом изучении языка, потому что я сама учила, только практикуя с корейцами, поэтому в нашем курсе обязательно будут носители языка. Где можно записаться на курс? 24 числа мы открываем официальный набор на курс, поэтому тогда вы сможете уже записаться к нам. Софья는 아이돌에서 갑자기 선생님이 됐대. 뭐라고? 소피아가 아이돌에서 갑자기 선생님이 된 거 뭐? носители — это София или будет еще кто-то? У нас будет очень много носителей языка, то есть и София, и другие ребята с Кореи будут участвовать в нашем курсе. Сколько стоит курс? Я вам примерно скажу. В комментариях уже говорили про 15000 тенге, это примерно будет очень близко к этой цифре. Близко, но не выше. Где можно записаться на курс? 24 числа мы открываем уже официальный набор.
пожалуйста, следите за нашими сторисами. Уже начиная с сегодня, с Софией и меня мы будем выкладывать все, а также в моем телеграме. Саулет, из какого города Казахстан? Я с Актау, но сейчас живу в Астане. Придется еще раз записываться. Сегодня была просто предзапись, это предзаписная анкета. Эти люди могут то есть уже больше получить, пораньше получить информацию про курс со скидкой. В четверг это уже будет для всех официальный набор. Чем именно ваш курс крутой? В нашем курсе будет очень много просто возможностей для вас. У нас будет больше 25 видеоуроков, а также не только видеоуроки, но и живые встречи, онлайн-живые встречи, например, в зумах с учителями, с кураторами, с носителями языка. Вы будете общаться, практиковать, а также метод обучения у нас будет больше сосредотачиваться на практике, потому что практика — это самое главное, мы считаем. А также мы будем учить вас по методу топика, то есть также готовить вас к официальному экзамену по корейскому языку, то есть к топику. И у нас будут проводиться разные прямые эфиры, где мы пригласим разных спикеров, которые будут помогать вам с поступлением в Корею, к подготовке к топику, про сборки документов на в университет, на визу и все такое. Как можно будет оплатить курс? 24 числа мы открываем официальный набор, там же уже у вас будет вся информация. О Zoom-встречах, пожалуйста, как будете вести, если у всех разное время? Zoom-встречи будет проводиться в определенное время, которое, думаем, вообще сами кураторы и вместе с учениками решат именно вот какое время удобное для всех. Тогда же они будут это проводить. Потому что важно, чтобы участвовали все. По-русскому можно цену? Ну, примерно очень даже дешево будет. Я точно не знаю по-русскому, это надо посмотреть сейчас, я не вспомню, кажется. Сколько уроков в неделю? В неделю уроки будут выходить по 3 раза. Это будет ваш первый опыт? Нет. Корейский язык я преподаю уже 1,5 года. В прошлом году я проводила масштабный марафон, где участвовало больше 200 людей. Вот. Но этот курс будет самым масштабным в моей жизни, потому что до этого я занималась только репетиторством. А что входит в первый ГЭП? В первый ГЭП входит просто все, я думаю, начиная с алфавита, заканчивая со главной основой корейского языка и с самыми нужными именно словарем, там от 1000 до 1500 слов и так далее. Примерно 15 тысяч тенге за месяц или за весь курс? Это примерная цена за месяц. Меньше этого. Вы на данный момент в Казахстане или в Корее? Я приехала на каникулы в Корею. В Казахстан. Можем ли мы себе это позволить? Например, сколько стоит вы? Я думаю, если как сравнить, то у нас будет в 3 раза дешевле, чем другие курсы. Это будет просто очень дешево, если смотреть на то, что мы предлагаем для вас. Да? Савле, сколько тебе лет? Мне 18 лет. Суопи, он здесь сейчас хамяку. Таумджу. Таумджу, это дьё. Мугюи. Да, сейчас хайкомни, да. Уже на следующей неделе наш курс начинается. А вот в этот четверг уже мы начинаем официальный набор на курс. Поэтому успейте, пожалуйста, ребята. А если не успеешь записаться, то можно будет через несколько дней? То есть мы в четверг открываем, и
до начала курса оно будет длиться, то есть целую неделю мы, у вас будет шанс записаться на курс, то есть, но с тем, что у нас будет ограниченное количество мест, думаю, чем раньше, тем лучше. Сколько занятий в неделю? Три раза в неделю будут выходить видеоуроки, один раз в неделю будет проходить продленка, то есть зум-встреча, а также после каждого урока вы будете получать все материалы, все гайды, чек-листы, разговорники, словари, задания. И в каждую субботу у вас... Боль, бураку? Друга на богу бутку сипте. На богу сипте. Я не знаю, что это за работа. И также каждую субботу у вас будут прямые эфиры с приглашенными спикерами. Сколько мест мы уже объявим на следующей неделе, но будет очень ограниченное количество в связи с нашими силами. Что было? О? Чисто. Чисто? Сестра, а, он не? А. Йонгору? А, к, а, Ани, Крошемор, как я сосо? А, чисто сестра. А. Еще не поздно записаться на курсы? Нет. Официальный набор на курс начинается 24 числа, то есть в четверг. Да. О, чумудри, вырки манчи. А оплатить можно сейчас или оплата откроется потом? А оплатить вы можете, когда запишетесь во время официального набора, то есть начиная с четверга уже можно записаться на курс. Если не успеть на Zoom встречу, то останется запись встречи, чтобы посмотреть. Думаю, мы продумаем этот момент, но думаю, конечно, лучше будет, если будет запись встречи. Будет сертификат? Да, сертификат после прохождения обучения будет, а также доступ к курсу также останется на несколько месяцев. То есть даже после окончания курса вы сможете просматривать материалы определенное время. И сколько будет оплата? Еще раз скажу. За месяц наш курс будет стоить почти в 3 раза дешевле, чем другие курсы. Это, если проспойлерить, будет примерно меньше 15 тысяч тенге даже. Это по этому 1900 рублей. Точно не помню, но точную цену, кажется, вы можете узнать в четверг. Можно ли оплатить в рублях? Конечно. Where are you? Good. Is it Boston? You get a haircut? Ah, you get it. Okay. Hmm. 그냥 댓글 조금 읽어주다가 갈까? 요? 맞아. 나올 것 같아. Привет. Ты красотка. Будет ли общий чат, если будет, то в Какао Толк? Нет, будет все проходить, думаю, в Телеграме, потому что общие чаты в Телеграме, они самые удобные. А почему вы в Корее? Я учусь в университете Сумси. Сколько будет длиться один урок? Один видеоурок будет длиться, возможно, 30 минут, даже больше иногда, а продленки больше около часа, я думаю. Сауле, вы в Астане? Да, я в Астане. Немного меньше, чем 15 тысяч тенге? Да, ну, немного меньше, я точно не знаю, но точно меньше. За месяц. Он не, вот я.
지금 나 집 밑에 커피숍. I love you guys. А как София будет преподавать, если она не знает русский? Русский здесь вообще ни при чем. У вас будет возможность практиковать с носителем языка. Например, у нас в университете есть ребята, которые учатся на первом уровне, и они вообще не знают корейский язык, но у них преподает сам кореец. А кореец не знает русский язык, он только на корейском, они только на корейском общаются. Насколько сильный ваш акцент на корейском языке? Я вообще не слышала, что у меня есть акцент. Например, у меня спрашивали, типа, я кореянка или нет. 네. 네, 아마 끝난 것 같아. 그래? 일단 제일 중요한 것 다 얘기했어. Можете, пожалуйста, озвучить цену в историях? Хорошо. Тебе нужно? Есть ли возможность встретиться с вами в Корее? 우리를 한국에서 만날 수 있냐고 물어봤어. 당연하지. 얼마든지 가능해. 아마도. Мы все можем встретиться, если вы в Корее. Как мы будем практиковаться, если мы ничего не будем понимать? У нас еще даже первого уровня нет. Вот у вас все, у нас все продумано. Вы уже будете знать определенные фразы и все это применять в разговоре и общаться на разные темы. 이거 라이브를 저장하냐고 물어봤어. 근데 이거 아마 해야 돼. 해야 돼. 오케이. I love you guys. Give me heart. 잘한. 네. 감사했습니다. Можно ли оплатить гривны? Да, думаю. В четверг уже выйдет вся остальная информация, все вот прям конкретная цена, все условия, все, все что будет у нас на курсе, поэтому ждите обязательно. Наш куратор или носитель языка, возможно, не будет Софии, я просто очень хотела именно с ней. Возможно, не будет, да, там вы сами выбираете, как и с кем хотите учиться. Да. 그럼 끝날까? 끝날까? 원비스 먹는 아르산 코스 와입니다만. 네. 끝낼까요? 감사합니다. 네. 끝나자. 많이 많이 같이 재밌게 해요. 네, 엄청 약간 제일 중요한 것도 많이 얘기를 했고 일단 너무 고맙습니다 오늘은. Bye. 안녕.